Знакомая картина, опять все пригорело, выбрасывайте уже свои старые кастрюли. Настало время приобретать новый, и мы представляем вам набор кастрюль от фирмы Велберг «Серебро». Вот такие замечательные кастрюли из нержавеющей стали. Посмотрите, какая красота! 6 кастрюль с крышками, объем 1,8. 2,5 в двух экземплярах, ведь это самые ходовые кастрюли. 3,5. Потом еще 6,3 и 7,8. Это для большой семьи кастрюля. На самом деле, такой набор кастрюль масштабный. Я бы сказала, это колоссальная история для любой хозяйки, которая не ограничит ее ни в каких фантазиях. Давай сейчас попробуем в нашей правильной, изумительной кастрюле, о которой мы расскажем еще подробнее, приготовим правильные макароны. Ну а пока я хотела бы заострить внимание наших хозяек на чудесах и на достоинствах этой посуды. Прежде всего, это изумительная нержавеющая сталь, позволяющая нам готовить блюда любого совершенно содержания. Это замечательное толстое дно, капсульное, которое позволяет сохранить температуру или набрать температуру, да, независимо от размера горелки. То есть даже если вдруг горелка будет меньше, чем дно вашей кастрюли, она не будет скучать, она будет прогреваться абсолютно равномерно. Кроме того, крышки, что, кстати крышка говоря, удобно. Не всегда бывает. Прозрачно, мы всегда можем наблюдать процесс готовки. Посмотрите, какая замечательная крышка. И хотела бы обратить ваше внимание на паровыпускатель. То есть у вас ничего не убежит. Достаточное количество пара, которое образуется во время приготовления еды, выходит естественным образом через эту дырочку. Очень удобная ручка, как на крышке, так и на самой кастрюльке. Здорово, просто очень удобно держать ее в руке. И давайте я вам покажу, как на кастрюльке тоже очень удобные ручки. И они не нагреваются, это нет, тоже очень они важно. Они не нагреваются. Вообще отлично. Ну что, давай сварим макароны. Ну сейчас пока закипает вода, да, давай я тебе покажу, что я уже приготовила. И что, что же у нас ты приготовила? Готовится здесь? Посмотри, в большой масштабной кастрюле мы приготовили борщ. Ты знаешь, это отличный вариант для моей большой семьи. Когда мы собираемся нашей огромной семьей, всегда не хватает кастрюли на всю семью. Вот это идеальный вариант. Вы посмотрите, здесь, кстати, можно приготовить и компот, и холодец. И холодец. Да. Такой кастрюли всегда не хватает. И овощи, между прочим, для каких-нибудь сложных салатов, например, для оливье на Новый год. Да, впрок, когда много народу придут. Впрок можно приготовить. Потрясающе. Тебе не надо. Надо будет перекладывать из одной зелени. Кастрюли в другую. Кроме того, толстое дно позволяет, как я уже говорила, да, готовить планомерно, очень качественно и здорово любую еду. А самое главное, что здесь, в этой кастрюле, ничего не пригорает, все томится замечательным образом. Да? Вот. И здесь можно приготовить даже, вот представь себе, варенье. То есть ты помнишь, что варенье всегда готовится в медных тазах таких огромных, которые подразумевают какое-то очень грамотное приготовление варенья. Здесь мы готовим варенье совершенно спокойно. Оно не пригорает, оно не выкипает. Ой, забурлило, оно прекрасно буркает, красота. Да, да, и приобретает необходимую консистенцию за счет томления. И самое главное, опять же, я повторю, что оно не пригорит. Но это потому, что дно, капсульное дно. Ну да. Что самое главное, то есть, наверное, хуже пригоревшего варенья, может быть, только горелая каша, которая у нас в этой кастрюле, тоже ни в коем случае не получится. Дорогие телезрители, такой набор кастрюль должен быть на каждой кухне. Звоните прямо сейчас, ведь цена... Цена Шоп-н-Шоу 4990 рублей. И я хотела бы, между прочим, еще приготовить макароны, но... Прежде чем у нас закипит вода, она закипает совершенно замечательно. У нас есть еще одно блюдо. Боже мой, это роскошный фаршированный перец. Я люблю хорошую кастрюлю, понимаешь? Они меня вдохновляют на приготовление всего, чего захочешь. Вот посмотри, видишь, она очень хорошо протомилась. Какая красота, и фарш какой там будет запах. Изумительный, да-да-да, и перцы хорошие. Слушай, и главное, как удобно. Что ничего не прилипло, опять же, да, потому что иногда, когда готовишь, например, перцы, да, получается, что если тонкое дно, то все прикипит и прижарится. Ну и объем кастрюли универсальный, объем кастрюли для такого количества, да, перца. Вот то такой может перец у нас получился, что дорогие телезрители, посмотрите, какая красота. У нас тем временем закипела вода. Пора мы уже, нагревается как макарон. Быстро. И ну и, конечно, время? Эти кастрюли подходят для любых видов плит. В том числе индукционная, посмотрите, дорогие телезрители. Ну и газовая, я думаю, подойдет, обыкновенная электрическая. Хватит, так. Размешали и забыли. Да, и выбрали закрыли, да. Определенные... температуру и все. Давайте сейчас еще раз посмотрим, как томится наше варенье. Я думаю, что оно уже приготовилось, да, и посмотрим, как оно
не то аппетитно выглядит. Ну, приготовилась? Попробуем? Давай попробуем. Можно я попробую? Мне прям так хочется. Я тоже попробую. Прямо отсюда. Вкусно. Я хочу побольше. Побольше. Побольше варенья. Побольше. Знаешь, нам не жалко. У нас много кастрюль. Мы наварим много-много всякого разного варенья. У нас оно везде получится очень вкусно. Попробуем еще раз. Завидуйте мне, уважаемые телезрители. Очень интересные объемы у этих кастрюль, да? То есть, вот, например, каша, для маленькой кастрюли для каши. 1,8. Например, здесь мы можем сварить кашу для маленькую, наших детей. Да. Или, например, яйца здесь отварить, да? Очень удобная маленькая кастрюля. Подогреть молоко, да. Все что угодно. Вот такая маленькая универсальная кастрюлька. Давайте рассмотрим потом вторую вот кастрюлю. Потом вот эти две кастрюли, 2,5 литра. Это же самое, можно универсальная. Сказать, всегда их не хватает на наших кухнях. Да. Поэтому она представлена в двойном экземпляре. А дальше у нас идет 3,5 литра. Это где мы варим сейчас макароны. Ну, кстати, достаточно много их тут получается на большую компанию. Да, а варенье мы сварили в кастрюле 6,4 литра. Все легко и просто, ведь это кастрюли от фирмы Велберг, серебро, а цена? Цена Shop & Show 4990 рублей. И, дорогие телезрители, если вы приобретаете набор этих кастрюль или любой другой товар на телеканале Shop & Show, мы дарим вам подарок вот такой бесплатный, вот такой счастливый билет. Вам достаточно только стереть защитный слой, и вы узнаете, какую сумму вы выиграли. Выигрыш до 10 тысяч рублей. Вы только вдумайтесь в это, торопитесь. Акция только с 1 по 15 октября. Ну что, Галина, наши макароны уже да, сварились. Да, я пойду солью. Сливаю. Я еще раз, дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что это великолепный набор кастрюль, очень качественный, от компании Велберг. Вы посмотрите, какая здесь замечательная прозрачная крышка. Вы всегда можете наблюдать за готовкой. И, конечно, мерная шкала, которая присутствует в каждой кастрюле. Вот она здесь расположена. Удобные ручки, которые не нагреваются. И капсульное дно. Оля, вот посмотри, я уже приготовила все макароны, да, и вот я их выкладываю, видишь, как у нас все прекрасно получилось. То есть, естественно, ничего не подгорело, оно не могло подгореть. Вот, самое главное, идеальное чистое дно, вам нечего будет мыть. Так, давай покажем нашим телезрителям. Да. Абсолютно идеальное чистое дно. Да. Цена Shop & Show 4990 рублей. Экономьте деньги с телеканалом Shop & Show. Успейте купить сегодня.